Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Сегодня покажу, как на устройстве Huawei P10 Lite изменить язык устройства. Чтобы на данном телефоне изменить язык устройства, нам будет нужно перейти в настройки, здесь же перейти в самый низ в систему, после чего здесь четвертым пунктом будет языки ввод. Переходим в языки ввод, где мы видим языки. Язык, видим, у нас есть российский, можем добавить. И здесь выбрать, к примеру, украинскую мову. Выбрали украинскую мову, и здесь, после того, как мы ее выбрали, чтобы он стал именно языком нашего телефона, нужно будет зажать, перетащить вверх. Перетащили, и видим, что пишет на лаштование мовы, и украинская мова стала головной. Также можем поменять на русский. Меняем, и видим, что теперь телефон полностью на русском языке. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.